Добрый вечер. И добро пожаловать на игру Monospark Forgotten Crypts. Ну что, погнали. Так. Время у нас полностью улучшено и проапгрейджено. Ну что, в принципе, одно и то же. А кого мы можем узнать здесь? За 15 вон, за 16. Столько нету. Дручок нет. Давайте узнаем о пирамиде. Возможно, человеческая жертва — эксперимент Тамана с его телом. Его тело полностью перевязано из-за серьезных ожогов. Он может бросить пару опасных огненных заклинаний. Давайте исследуем его слабость. Ну, ослабим, наверное, охранника с арбалетом. Он наиболее неприятен. Все, остались всего 4 руны. Отправляемся. Второй этаж. И что нам предлагает? Бесплатный шар брони при подходе на каждый уровень. Ну, броня в целом неплохо. Давайте немножко управим интерфейс. Так, по-моему, будет немного удобнее смотреть. Так. Снаряд наносит двойной урон после рикошета от стены. Занятно. Но я, пожалуй, предпочту себе летучую мышь. Потому что у ее атак есть шанс подлечить. Я, конечно, умножение урона после рикошета звучит интересно. Или подхил. Подхил всегда лучше. Ой. Спасибо, мышка. Так. Убиваем тебя. Так, что касается тебя.
Видишь, да? Готов. С тобой будет сложнее. Немножко. Так, здесь у нас есть мясо. Шатролька неплоха. Я, конечно, не всегда стреляю в цель. От тебя? Так, на рычаг мы нажали, но где-то есть еще один. Ой-ой, неприятно. Вот мы скучковались все. Ничего, у меня есть мышка. Мы еще здесь турель поставим. Мы, конечно, видим, что там происходит. Мы нажали на кнопку. Ух ты. Готовое. А наверху даже не шипов. Ух ты, а что это такое? Пролезающий шип выстреливается в противоположном направлении. Прикольно. Не прикольно, что он выстреливается в противоположном направлении, конечно. Хотя, если приноровиться, им вполне можно выстрелять. Не уверен, насколько он эффективен против боссов. И первый босс, мышка, вся надежда на тебя. Познание. Целом неплохо. Какой-то щитовик у нас здесь спрятался. Здрасте. Ух ты ж. Ага. Ты там такой нехороший товарищ. Ладно. Подхил. Неприятный. Какой неприятный товарищ оказался. Надо, конечно, активнее уворачиваться, когда он здесь. Вот он наводится, и в этот момент надо дышаться. Ладно. Все-таки рогалик. Поэтому мы становимся сильнее за счет того, что мы узнаем наших врагов. И давайте испытаем удачу. Натуралист, медвежьим капканом и бонусом урона. Бонус урона — это хорошо. Йосель — это замечательно. Капкан, ну... Не то, что я был фанатом капканов. Но песель... Песель — это хорошо. Мне нравятся песели.
Мне вот нравится песель. Хотя ему можно, наверное, тоже дать турельку. Так, бомба. Из бомбы добывается мясо. Это, конечно, было очевидно. Повышение скорости атаки. Первое убежище. Щит. А здесь замедление при наносении урона, увеличение скорости полета и снижение урона. Вот, давайте умножение урона и немножко меньше скорости. Итак, у нас урон увеличен, потом умножен. По идее, должно получиться неплохо. Так, а что это у нас? Здоровье неполное. Не нравится. Не забываем пользоваться. Кап. Мне не нравится эта комната. Она какая-то... очень не очень. Песель, иди разберись. Пожалуйста. А, ладно. Йоло. Спасибо, песель. Мы, конечно, пострадали, но могли пострадать сильнее, если бы не ты. Ай! Так, здесь у нас товарищ со щитом. Ну, все товарищи со щитом. Ладно, если бы они их не мог аккуратно со спины подходить. В целом, наверное, ничего страшного. Я с ней еще по яду буду ходить. Так вообще замечательно. Так, где кто остался? В левом верхнем углу один остался. Неприятно, конечно, еду положили в центр, но... Вот что ел еду, что не ел еду. Ладно, сам виноват, что там его убил. Ай. Ладно. Ладно, ладно. Мы научимся играть в эту игру когда-нибудь. Испытаем удачу. Охотник с капканом и бонусом здоровья. Маленькая фея.
Давайте посмотрим, что делает этот кусок мяса. Понятно. Ладно, не нравится. Ну, давайте хотя бы щит за две монетки возьмем, чтобы пожить подольше. То есть, да, оно отдает, конечно, много здоровья, но после этого я теряю кучу. Так что, видимо, у меня остается одна. Кушаем. Так, и нам нужна летучая мышь, по-хорошему бы. Отлично. А, ну ты на шипах умер. Тоже вариант. Ой, а чё это у вас тут так много? На входе стоит. Неудачно вы поставили. Ладно. Вообще неудачно. Ой, всё это нехорошо. Лихой кристалл. Кратковременная неуязвимость после каждого кувырка, рывка или щита. Ну хорошо. Так, мы не нажали на рычаг. А, заморожен. Ой, я уж кувыркаюсь. Вот, немножко непривычно, что герой-то бегает намного быстрее, чем тот же Айзек изначальный. Так, и первый босс. Который раз. Здрасте. Мне, пожалуйста, Томик Бунина. Уходим. Как-то ушли. Удивительно. Уходим. 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 Неприятно. Выжили. Ой, жук. Жук.
Что такое? Так, запись журнала. Сегодня я заметил кое-что интересное. Некоторые из моих творений, кажется, показывают гораздо более впечатляющие результаты, чем остальные. Пока я не знаю причин, но в будущем все прояснится. Кроме того, я не уверен в пределах власти над ними, поэтому буду держать их в заперти, пока не узнаю больше. С этого момента я буду называть их Prime. Optimus. Prime. Не иначе. Так, и вот там кто-то есть, да? Да, есть. Так, теперь бежим. Бежим сюда. Что у нас здесь? Плащик. 4 стеклянных шара при приходе на каждый уровень. Ну, стеклянные шары — это хорошо. О, огненные маги. Здрасте. Погасните. Так, там 3 таких еще огненных. Да как? Ну-ка. Так, гоблинс. Готово. Ой. Гусеница сама входит. Ладно, хоть она не враждебная. А тут огненный маг есть. В принципе, от 2 стрел он отходит. Что неплохо. Так. Книжки. Так, давайте теперь разберемся с опасными созданиями. Так, камеры почти готовы. Первая группа разведчиков должна быть отправлена сейчас, чтобы мы могли получить наши первые образцы как можно скорее. Запись журнала. Это так странно, что очевидец может говорить со мной, не произнося ни слова. Я отчетливо слышу его голос в голове, когда он смотрит на меня. Но он вообще не издает ни звука. Так, еще где-нибудь книжки есть? Нет, только гусеницы. Не хочу. А, ладно. Придется. Есть второе убежище. В целом, по здоровью вполне неплохо. Так, есть турель. Но я думаю, лучше... Ну, как минимум, сперва стоит взять себе что-нибудь из пассивных. Замедление врагов. О, демон духа мы не брали. Хотя, стрельба добытым снарядом — это лучше. Мы в 2 раза больше урона будем наносить, как минимум. Ну, меньше, чем в 2 раза, потому что мы не всегда будем попадать. Но это, мне кажется, все равно полезнее. Уменьшить здоровье, в принципе, нам не страшно. У нас довольно много здоровья. Итак, давайте подумаем, демон духа? Или выстрел? Давайте пробуем демона духа. Посмотрим, что он такое. Ладно, теперь вокруг нас 2 орбитала. И пойдем посмотрим. Стоит его или нет? Эй. О.
квадратные треугольники. Ай. Можно меня отпустить уже? Так. И внизу осталось у нас. Ну, в целом потеряли одну стеклянную сферу, но пока живы. Иногда я даюсь вопросом, стану ли когда-нибудь свидетелем того, как человек лишает жизни эльфа. Прямо сейчас это кажется такой далекой мечтой. Даже мои самые сильные создания не справятся с этой задачей. Зачем лишать жизни эльфа? Внешняя реакция 0.1.0. Эксперименты с огнем жестоки. Они продолжают кричать даже через несколько дней после окончания эксперимента. Это так утомительно. Ну, ожоги — это не шутки. Воу-воу-воу. У нас тут. Ой. Погасни, пожалуйста. Так-то лучше. Штука, которая нас притягивает. Ну, давайте. Ух ты, она отобрала у нас все три стеклянных шарика. Мы ее заморозили. Еще раз заморозили. Такой частой заморозкой это не так уж сложно. Наверное. Так, что у нас здесь? Вилка, повышение удачи на еду. Увеличение здоровья. И кружка. Что делает кружка, нам не скажут. Да? Я думаю, удача на еду нам нужна. Плюс больше здоровья. Кружка у нас была, но я не помню, что она делает. Так. Так, подожди, подожди, где-то есть мясо. Вот мясо. Спряталось. Так, кто у нас здесь? Здесь у нас 4 врага. Щитовики? Кто его знает? Давайте разберемся с этими ребятами. Нет, там кто-то другой. Может, как-то рано с ними разделяюсь. Ладно. Пока они выглядят не очень страшными. Ой. Пауки. Я понял. Это пауки. Много пауков. Много пауков. Мамаша паук. Так. Здесь, конечно, ачивка дождать, чтобы их сла. Вот 15 на карте. Как-то я этого не хочу. Маш паук. Фух, с мамашей разобрались. Так. И идем вниз. Кажись, это босс. Что ж. Хорошие новости. Мы добрались до второго босса. Плохие новости. Ну, это второй босс, собственно.
Здравствуй, дракон. Спасибо за команчику. Оп, тя-тя-тя-тя-тя. Вот он такой. Надо как-то выманивать. Так. Давай. Так, неплохо. Неплохо. Давай еще. Хватит. Амазон. Два. Хватит. Давай сюда. А, сейчас сложнее. С, два. Отходим. А, не высунулся. Раз. Два. Пять. Два. Три. Четыре. Неплохо. Раз. Два. Отходим. Раз, два, и отходим. Раз, два, отходим. Как-то он медленно высовывался в этот раз. Раз, два, отходим. Раз, два, отходим. Ой-ой. Ой-ой. Раз, два, отходим. Раз, два, отходим. Раз, два, отходим. Раз, два, отходим. И последний раз. А, нет. Бей. Раз. Два. Отходим. Ура. Мы получили достижение. А здесь жарко. Да? И первый раз одолели второго босса. Поздравляю нас. Фух. Не, он оказался не таким сложным. Камера операций. А вот можно мне безопасную зону, чтобы там сохраниться, например? Не? Видимо, нельзя. Так, уровни стали сложнее. В принципе, здоровья у меня довольно много. Сказал я. Не знаю, что меня ждет. Так, там внизу. Кто эти ребята такие? Я не очень знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну куда? Куда? Ой. Ой, идите. А, тут какой-то. Ох. Товарищ. Неприятный товарищ. Ладно. Я говорил, что у меня много здоровья. Я был неправ. Никогда еще так и не заблуждался. Ме. Неприятные товарищи. Ладно, тут-то... Это тебя-то я знаю. Тебя-то я знаю. О, ты знакомый. О, пойди. Отходи. Так, нам явно на больше урона. Хотя. Так, вот еще. Товарищ с рогами. Так. Товарищ с неприятным щитом. Так, а-тя-тя-тя-тя. Ладно. Ладно, я мертв. Да. Тут главное вовремя стрелять еще за охотником.
Помни, что сразу после выстрела мы делать кувырок не можем. Ладно, давайте испытаем удачу. Натуралист. Медвежьим капканом и 10 урон. Здравствуй, песель. Что у нас стало? Так-то лучше. Так, шанс заморозить врагов при атаке. Раза снижает время восстановления активного предмета, увеличение скорости бега и скорости атаки. Хотя с такой большой скоростью я, наверное, чаще буду на шипы падать. Пошел мимо моего капкана.
неплохой тайминг. Вот как раз момент. Я кувыркнулся, он ко мне подбежал и ударил в момент окончания кувырка. Ладно, воин, 5 золотых монет, медвежий капкан. Погнали. Восстановление здоровья после убийства нескольких врагов. Это полезно. К сожалению, больше монет пока не выпало. Так, еда в каждой комнате выхода. Так, после убийства 3 врагов без получения урона я получаю шар брони. Если монет ни одного. Давай попробуем. Не обещаю, что я буду убивать врагов без получения урона. Но... Что это такое? Что ты такое? Ладно, давай так. Не? Все еще не? Нужно быть красным. Так, ну я немножко отличился. Хорошие новости. Плохие новости. На этом все не заканчивается. Ух, понятно. То есть надо идти чуть более прокачанным. Воин с турелью и 10 вон. Ну, возможно, наличие турели исправит ситуацию. И все же не стоит забывать про щит, который у нас есть. Возможно, будет полезно им иногда пользоваться. Шанс выстрелить огненным шаром при атаке. Сера. Ну, довольно большой шанс, учитывая, что только что 2 раза атаковал. И 2 раза летел огненный шар. Ну, забавно. Как-то все получается. Ладно. Плюс 12 рун.
Так, увеличение урона. Щит наносит двойной текущий урон при защите в ближнем бою. Да. Надо не забывать защищаться. В ближнем бою. Окей. Ой. Ой. Как-то вообще не очень хорошо. Вообще не хорошо. Ладно. Мы живы? Это хорошо. Так. И еще у нас... небольшая неуязвимость, что тоже хорошо. Так, дракона бить, конечно, будет неудобно. Да ладно, кого я обманываю? Всех будет бить неудобно. Вот оно как работает. Это хорошо. Забавно выглядит. Ай-яй. Что так сильно бьешь-то, товарищ? Не надо так. Я не вовремя пожал. Впрочем, не первый раз. Отвалились с турелью, и все руны ко мне возвращаются. Сколько у нас? Две руны было. Ну, окей. Что, сегодня? Спаси меня от этой мышки. Давайте феечку. Собираем себе армию.
получает урон, если я стою рядом с врагом. Но враги почти всегда ко мне подбегают. Удвоение урона, это всегда хорошо. Так. Новая информация найдена. Иметь молодого дракона в качестве собственной кузницы действительно очень удобно. Я не знал, что небольшого количества пищи им хватает так надолго. Люди потеряли опыт и кабана. Время от времени кажется им вполне достаточно. Недостаток скелетов, они не в состоянии избегать ловушек, это невероятно. Не знаю, в чем дело. То ли зрение не позволяет их обнаруживать, то ли отсутствие болевых ощущений не дает повода для беспокойств. Ну, нам же легче. И скелеты не могут обнаруживать ловушки, правильно? Минус броня. Так, надо научиться кувыркаться. Иначе мы далеко не уйдем. Я думаю, мы справимся. Спелся нам с тролькой. Ага, как она толкается. Пусть там песик с ней разбирается. Так. Умножение урона. Атака незначительно понижается, либо повышение удачи на еду и увеличение здоровья. А, давайте себе чуть больше урона возьмем, наверное. Хотя, учитывая, что много атаки нам дает именно песель, возможно, это было лишним. Мясо. Несите мясо. В него кувыркнулись. Эх, сквозь них мы не проходим. Жаль. Жаль. Ладно, испытаем удачу. Натуралист лепкой сети с бонусом урона. В момент, когда у нас много рун собрано,
Нам не дают бонус на сохранение рун. Могли бы. Но у нас снова есть петель. У нас 24 монетки. Откуда? Ладно, я не против. Это позволит нам целых 3 раза купить. За 1 раз первый раз, за 7 второй раз и за 14 третий. Я только за. Я думаю, до первого бежит я дойду. Наверное. Хотя с турелькой было приятнее. Двадцать пять монет. Помба. И не только помба. Бесплатная еда. Еда? Еда. Но нам пока еда не нужна. Давайте две руны сдадим. И за 25 монет накупимся всяким. Сейчас было, что тоже предлагают только еду. Так, за одну монету возьмем себе шанс заморозить. Паучка. Или демона духа. Демон дух и паучок, они оба хороши. Давайте паучка. За 7 монет возьмем шанс выстрелить огненным шаром. Рикошет от стены, наверное, нет. Не так часто будем. О, шар брони. Я думаю, основной урон у нас будет наше животное носить, поэтому давайте возьмем все получение шара брони. О, получили достижение кутила. 3 раза. Нажать на кнопку в безопасной зоне. И давайте возьмем летучую мышь. Ух ты. Улучшение здоровья, шанс, что враги сбросят золото, когда нанесут мне урон. Носи летучую мышь. Вот наши братья. Лесная братва, так сказать. Ребят, я на вас очень рассчитываю. Так, мне осталось. Хотя, да, я могу замедлять врагов же. У меня же есть сеть. Так, вот у нас и броня появилась. Удобно. Вот, смотрите, пусть основной урон наносит наши зверушки. Атакующие ближайшие ко мне враги окаменевают. Не самое полезное, она пусть будет. Что у нас по книжкам? Новая информация. Очень интересно видеть такую сильную расу, как люди, не способные использовать ману. Мои эксперименты показывают, что они действительно способны пропускать энергию маны через свои тела. Почему же они единственные, кто не умеет это делать с рождения? А орки, получается, умеют, да? Так, погружение в мажитки раствор, обогащенный маной, занимает больше времени для результата эксперимента. Но, похоже, приносит более стабильные результаты. Посмотрим, пригоден ли он для дальнейших тестов. Ну,
Добрый вечер, Везунчик. Я почти сопал себе эту партию, которая была у меня в прошлый раз. Так, после атаки, поскольку он делает рывок и сильный замах, он становится уязвим. Надо этим попробовать воспользоваться. Ребята, он бежит ко мне. Спасите. Так вот. Дружок, молодец. Кусается. Так. Акима. Нажмешь. Рывок. И добиваем. Так, сегодня мы победили второго босса. И я думаю, у нас есть шанс с такой командой победить его второй раз. Осталось до него дойти. Давайте без глупостей. Остается до него дожить, все верно. Будем брать себе что-нибудь на улучшение здоровья. И улучшение питомцев. Тут как пойдет. Товарищ. Товарищ, где? Бегает он, конечно. Удержись. Слушай, хороший вопрос. Живем ли мы до третьего босса? Я даже не знаю, кто он. Если до дракона-то я несколько раз доходил, а сегодня даже первый раз победил, то кто, что себе посоветует третий босс, я даже не очень знаю. Так. А можно ли очень знать? Так. Тут не пройти. Тут не пройти, даже если получим бумаги. Здрасте. Здрасте. Вот, хорошо иметь много зверей. Можно, кстати, представить, что мы диснейская принцесса. Кто там у нас была? Белоснежка? Которая своим голосом и прекрасным пением отвлекала всех птичек, зверушек, помогать ей. Так, ну, первый босс. Давайте справимся с ним. Мы паримся. И с фанатизмом. Минус броня. Сладим без фанатизма. Вообще минус одну броню. Видно? Победили. Не идеально, конечно, но победили ведь. Вот. Так вот, что печаль этой игры. Я вспомнил. То, что тут после босса нету безопасной комнаты, где можно было бы сохраниться и прокачаться. Тут сразу очная комната. Хотя, что это? Чуть-чуть наш бумеранг прилетает над тобой. Я нахожусь в другой комнате. А пока я нахожусь в этой комнате, их не хочу.
Ребят, ну фас. Ну вы чё? Фас. Угодил. Надо дать их нашей мышке покушать. Чтобы мышка восстановили здоровье. Я вряд ли нам со скелетов-то здоровье восстановят, да? Это как-то немножко... А, смотри, восстановили. Полностью восстановили. Класс. Так, а вот пёсели с паучком как-то потерялись. Отступаем. Так, пёсель с паучком. Пёсель с паучком. Идем сюда. Спасибо, пёсель с паучком. Так. Гобленс. И неприятные ребята. Пройти не могу. Они, правда, ползут. Давайте немножко подождем, пока они отползут подальше. Так. Бежать. Там бежать, видимо, здесь кругами. Там бежать обратно. Так. Неприятно. Но другого варианта нет. Yellow. Шерик, Шерик, ты застрял. Шерик, ты балбес. Быстрый товарищ. А погасить огонь могу только я, да? Погасили. Можно как-нибудь это с ними разобраться? Спасибо. Ой. Убеждаемся. Никакой другой огонь в меня стрелять не хочет. И теряем. Ну, вначале пока все довольно просто. Интересно. А тут есть аналог BFF из Айзека? Big Friends Forever, который делает моих друзей сильнее и больше. Чуть не только что мимо него прибежали. И сделать вид, что они его не знают. Так.
Так, вот здесь мы не были. Ага, неприятно. Что ж, понадеемся на лучшее. Здоровье после убийства нескольких врагов или повышение удачи на еду и улучшение здоровья. Восстановление здоровья нам дает мышка, а вот улучшение здоровья нам нужно. Ложка, получили бы еще монетку, но рыбас. Нет. А, комната. За 10 монет, боюсь, мы ничего купить не сможем. 23 монет. А, но можем добавить 4 дополнительных шара. И это все еще не босс. Но босс рядышком уже. Гоблинцы. Так. Неприятно, наверное. Можно с ним что-нибудь сделать? С тобой. Ай. Ай. Ай-яй. Неприятная штука. Это шили, конечно. С такой ценой. Не нравится. В общем, все 4 наших шарика мы потеряли. Так, у него опасный щит, помним. Поэтому давайте его поручим нашим зверятам. Привет. 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 О, нас отключили. Хорошие новости. И зверята его добили. Так. Так, здесь никого нет. Что это за большая комната, где никого нет? Что-то здесь неспроста. Вот серьезно, большая комната, где никого нет. Такое бывает? Хочу себе летающего демона и феечку. Паучок не кажется очень эффективным. Пока.
цветочек. Ядовитый выстрел. Отравляющая атака. Класс. Отравляющая атака — это хорошо. Ну, правда, такое медленно. Теперь нужно повышение скорости атаки, наверное. Класс. Ой-ой. А чё вот прям? Нехорошо. Вот, не берите с ним, пожалуйста. Ой, а ты чё здесь? Можно здесь постою? Кусайте его. Не смехайтесь над ним. Гоните его. Так, и остался кто-то вон здесь. Было бы круто, если бы у них зверей тоже атака стала ядовитой. Но боюсь, это слишком многого хочу. Так. Босс. Похоже, босс. Да, это босс. Так, помню, что дракон умеет считать до трех. Не паникуем. Ой, неприятно. Раз, два, три. Раз, два. Ха-ха-ха-ха. Это было два. Раз, два. Раз. Не было два. Ладно, у нас есть мясо, чтобы отличиться. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так, все хорошо. Отбегаем. Раз. Два. Что это было? Раз. Два. Отбегаем. Раз. Два. Отбегаем. Раз. Два. Раз. Два. Он пришел к медленным атакам. Раз, два. Раз, два. Огонь. Больше огня. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И последний раз. А все уже. Хватит. Раз, два.
Поздравляю. Второй раз. Второй босс. Побежден. А вот эту комнату мы еще не проходили ни разу. Это та, точнее. Тут что-то очень страшное. Обычно. Руки. Здрасте. Я, пожалуй, пойду. Задаюсь вопросом, стану ли когда-нибудь свидетелем того, как человек лишает жизни эльфа, это мы читали чуть менее пафосной книжке. Так, выход в левом нижнем углу. У нас 21 руна, это довольно много. Так, там опасный товарищ. Ой. Понятно. Тут кнопки, которые запускают стрелы. Отсюда. А, не, нам надо в правую комнату идти. Здесь есть книжки, к тому же. Сейчас скелеты — главная сила моей армии. Кости мертвых людей являются одним из наиболее распространенных ресурсов здесь. Я не могу тратить на это так много времени. Было бы очень полезно, если бы у меня был человек, способный накладывать это заклинание, пока я занят более важными вещами. Гоблаты делают все для вас, если у вас есть для них золото. Внешняя реакция 032. Железный шлем, кажется, удерживает их от тряски и впадения в безумие. Никогда бы не подумал, что нужно вбивать гвозди в их мозг. Какой интересный вид. Ой-ой. А давайте я сюда не пойду. Давайте. Осталась целая куча. А, там... Что это такое? Могу сюда наступить? Все. Выманили. Теперь пусть им снимают наши животные. Возможно, это не так интересно наблюдать, как я трусливо стою в уголке.
Но... Ать-ать-ать-ать. Бежим! Бежим, 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 восстановили броню, которую потеряли. А, остался вот этот воин, да? Нет, еще справа кто-то остался. Паучок. Прости. Мы живы. И это хорошо. Здрасте. Я приглашаю вас в мои сети. Ух ты, она кинула... Она выстрелила в миф. Кто напомнил, что она... Первый плевок сделал второго рыцаря. Или мне показалось? Ладно, так мы, может, и 23 монеты накопим на следующее улучшение. Что у нас здесь? Запись журнала. Это так странно, что очевидец может говорить со мной. А, это мы, что ли? Не так уж уже и странно. Этот язык мы никогда не видели. Прежде. Что у нас внизу? Так. Прости. Ребят, фас. Фас. Ну что вы? Фас. Забавно. Паучок и сундучок. Это интересно. Что у нас здесь? Ложка. Мясо, подобранное с полным здоровьем, дает урон. Ну, будет повод пробежаться по уровню в конце. Уйди. Уйди. Это я как-то вообще неправильно побежу, да? Ой-ой, как тут все неприятно. Жух, 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 и бежим наверх. И к нему.
Мне нравится. Ладно. Ела. Не монетку даже. Это интересно. Ладно, ради руны я сбегаю. И... Руна. Так, а мы не нажали на кнопку наверху? Давайте нажимали. Давайте проверим. Ладно, скорее всего не нажимали, потому что кнопка в этом неприятном месте. А нет, кнопка здесь. Все, все хорошо. Еще одна монетка, и будешь что купить? А, кто тут? Лучник. Неприятный товарищ. Безопасная комната. Монетку мы так и не накопили, конечно. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Ладно. Давай здесь бегаем наверх. Безопасная комната? Да? 39 рун. Донесли. И вот беда. Улучшение это стоит 23 монеты. А у нас только 22. Не получим мы здесь улучшения. Меня врагов, конечно, неплохо, но я хочу. Слушай, я, наверное, не дойду до следующей комнаты. Давайте признаемся. А, ладно. Давай надеяться на лучшее. Вот мы так и дойдем. Камера операции. Вторые. Так, мне справа бежать некуда. Да, надо. Опять эта штука. Опять. О. Ладно. Ой-ой, ты кто такой? Таких товарищей раньше не было. Ладно, побежали. Здрасте. Так, ну это мясо мы вряд ли пойдем. Здрасте. Здрасте.
Понятно, ты неприятный товарищ. Вас туда не трогаем. Он мало того, что неприятный, он еще довольно живучий. Это хорошо. Так, с кого из них начать? Давай с паука начнем. Паук. Отлично. Слышь, а паук атакует их в первую очередь. Мне не показалось. Это темный маг. Так, сюда лучше не заходить. Там тут два плюющих все. Костяка теперь есть. Ай-яй, ай-яй. Ой, это паука не забываем. И все те пауки, которые ползают, нам друзья. Так, с огнем разобрались. Давай дальше. Давай. Отлично. И осталось еще четверо. Вот здесь. Так. Отходим. Так, осталась слизь, которая притягивает своим языком. Здрасте. Вот только я мог кидать свой бумеранг на дольше расстояние, чем ты сможешь притягивать свой язык. Хотя язык, я признаю, у тебя довольно длинный. А здоровья у тебя очень много. Идем вниз. Ты что такое? Что такое странное? Здесь есть сундук. Давайте возьмем его. Увеличение урона. Это хорошо. Намазали. Товарищ. Живы. Ладно, это будет все не очень весело. Так, ладно, осталось паучиху. Надо займитесь ей, пожалуйста. Отлично. Живем. Так, тут у нас два паука. Это страшный товарищ. А наверху у нас кто? Здрасте. Здрасте.
не попал. Ты ко мне не ходи. Я тебя не знаю. Мы с тобой не друзья. Ты ко мне не ходи. Ать. Чпоков. Готово. И это хорошо. Ой, здрасте. Здрасте. Тетя. Зажали. Сам виноват. Сам виноват, что меня зажали. Ладно. Здоровье не потеряли, уже хорошо. Еще один пробучали где-то наверху, да? Здесь выключатель. Вот так. Книжки? Нет. Блин. Не, показалось. Здесь еще один выключатель. Огненный маг. Почему так? Уходим. 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 Все хорошо. Все хорошо. Вот немножко посвалимся. Мимо. Мимо. И еще раз мимо. Ай. Я тебя не заметил. Так. Это мы уже читаем третий раз. Это что? Новая информация. Крылья не вырастут там, где есть руки. Нет необходимости удалять эти кости в следующий раз. Так, мы завершили уровень. Значит, давайте пойдем соберем мясо. Там, где это возможно. Мясо. Раз. Ладно. Ладно. Итак, первое правило. При входе в комнату далеко вперед не забегаем. Так, он получил на одно ровно меньше, чем могли бы. И в ближайшее время не получим броню. Потому что получили урон. Слушай, ну хотя можем вас убить. В принципе. Ну, считайте. Так, третья камера. Ребят, куда? Вы зачем? Чем мне с ними делать? Так, ну я получу броню. Это хорошо.
О, не команд ходит. Кого-то обездвижили. Это занятно. А, ну это лягуха. А еще раз был обездвижен. Не надо меня кушать. Невкусный. Ну, кушайте меня, пожалуйста. А, ты у меня и команд попал. Ну, вернули себе броню. А, не команд еще здесь живой. Больше нет. Зачем вас тушить? Правильно? Нам за это не платят. И укра у нас называется не Эмбер. Какие-то скляночки. Жутенько так-то. Ой, жуть какая. Мне здесь не нравится. А, выпустите. Выпустите, пожалуйста. Пожалуйста. Места мало. Вокруг много. Что посмотреть, не знаю. Что такое электрическое он летает? Здрасте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы, наверное, справимся, да? Вот. Можно тут вперваться? Давайте первый раз. А, мне нравится. Не над меня. Или это нужно хватать? Аккуратненько. Так, что у нас? Пробивные снаряды, снижение здоровья или повышение скорости атаки? Ну что, пробивные снаряды всегда хорошо. Минус здоровья — это всегда плохо. Но. Ух ты ж, мне здесь не нравится, я сюда не пойду. Там что-то страшное. Разбираться с этим я, конечно же, не буду.
лишь ёжики. Уйдите, уйдите. Ух, мы живы. Прикольно. А, ну, проблема делать пробивающий бумеранг. Потому что он теперь возвращается ко мне намного медленнее. Пока он всех пробьет, пока добьется до стенки. Ну, мне кажется, он позволил мне выжить только что. Так. Ку. Страшно. Хорошо. У нас что? Так, минус 40. И сюда. Так вот. Чем хороши пробивные выстрелы, что они пробивают щиты? А еще они сбивают снаряды врагов, что тоже удобно. И при этом не исчезают, а летят дальше. Это похоже на то, будто бы я играю с крысами. Мой лабиринт в лесу поможет этим дуракам заблудиться и сделает дерзких смельчаков действительно полезными. Ведь смельчаки — это те, кто нужны мне здесь. Так, а нам не хватает еще одного рычага. Это ж сколько уже, по 4 рычагов надо нажать? Запись журнала 209. Я потерял счет, сколько раз мне приходилось их оживлять. Они приходят с большой надеждой в сердце, но в итоге опять терпят поражение. Для них это слишком сложно. Я продолжаю менять и переставлять комнаты, но ведь это должно быть испытанием. Дорогой человек, если ты это считаешь, пожалуйста, приложи усилия. Ну, ты бы знал, сколько усилий я прикладываю. Кстати, первое место на этом уровне. Это уже интересно. 71 монетка, может, нас хватит еще на 2 улучшения. 23. Да, нас хватит на 2 улучшения. Единичное воскрешение. Шип не самое интересное. Понижение здоровья не хочу. Давайте возьмем все воскрешение. Так, мы точно дойдем до босса. И, возможно, у нас будет шанс его победить. Повышение удачи на монеты. Не самое полезное, наверное. А вот замедленные снаряды врагов — это полезно. Или увеличение здоровья. Давайте замедленные снаряды.
Тут еще можно сдать, как я полагаю, здоровье. Правильно? Видимо, за монетки. Поберите это. Конечно же, не буду. Так, можно взять себе эту? Ну, давай. Я не думаю, что смогу зайти намного дальше до следующей безопасной комнаты. Мы и так дошли очень далеко. До третьего босса. Ребят. Ух. Так, у нас 3 здоровья. Плюс воскрешение, плюс щит, плюс окаменение. Плюс немножко регенерации от мышки. Сквозные снаряды, яд и замедление снаряда у врага. И, соответственно, наша лесная братва. Нам повезет, наверное. Язык начинается. Ай, неприятно. Ай-яй. Ага, это реально какой-то язык начинается. Ладно, у меня есть подхил. Давайте сосредоточимся на не получении урона. Долги у меня. Спокойно. Мы, ребята, знают, что делают. Ой, а я вот не очень. А-а-а, обидно. Можно было активнее атаковать его. Хорошо, но мы ему сняли где-то четверть, наверное. Да. Чуть больше четверти. Ему надо больше здоровья. Явно надо атаковать все это, а не просто стоять и пытаться увернуться. Ну и поворачиваться более активно. Ладно. Так, если мы испытаем удачу, что там мы дашь? О, бонус урон. Ладно, возвращаемся в лагерь. Вернуться в лагерь. Мы увидели третьего босса. Я думаю, это уже большой прогресс. Есть у тебя что? А, 165 рун, кстати. Так, что ты можешь предложить? Лабах. Я слишком стар, чтобы сражаться. Но если дашь мне скомбинировать эти руны вместе с умениями, которые я использовал, чтобы ускользнуть от орков в свое время, это может быть полезным, дитя. Ага. Это же мы можем прокачивать наших героев. Пожертвуйте сердце, чтобы воскресить паука и летучую мышь как союзника. А если я их воскрешаю, то они что, ими морить-то не могут? Звучит как план. Давайте разблокируем все боль дружбы. Так, и 45 не хватает, но... У лучника открывается контроль дыхания, который добавит силу атаки врага. Так, у стражницы открывается добродетель терпения. Некоторое время без атаки гарантирует оцепеняющую стрелу. И у воина получаются стальные рефлексы. Отражение атаки в последний момент даст один шар брони, если у вас нет ни одного. Уже звучит все сильно. Надо в следующий раз побегать за охотника, зайти далеко и прокатить остальных героев.
Возможно, с этим у нас будут шансы победить. Я надеюсь. Так, а пока давайте посмотрим, стоит ли прокачивать здесь что-нибудь. Сеть можно сделать, чтобы она отравляла врагов. А здесь устанавливаются сразу две ловушки. Неплохо. Неплохо, но давайте пока докачаем наших героев. Мне кажется, это в первую очередь сделает забеги намного более продуктивными. Время уже позднее. Спасибо за просмотр. И увидимся.